Моя рука! Что случилось? Что со мной сделал визирь? Я не... Круг замкнулся. Принц воскресил своего величайшего врага. А что еще хуже, он случайно предал меня в его руки, и на Вавилон обрушился кошмар. И как будто бы этого было недостаточно, принца самого чуть не поглотили пески. Он избежал гибели, но больше не был таким, как раньше. Проснись, принц. Проснись. Закончилось. Видимо, вода может снимать это проклятие. Но почему ты мне не сказал? Сказать или испортить все веселье?